В августе в Лакреевский лес из казанского питомника привезут 10 алтайских белок. Это станет подарком жителям столицы ко дню города. Для того, чтобы они лучше прижились и привыкли к людям, парк планируется оборудовать кормушками и специальными домиками, авторами которых сможет стать любой желающий. Чтобы принять участие в конкурсе «Беличий дом», нужно подать заявку на электронную почту Лакреевского леса. С 1 до 5 августа в парке начнут принимать домики для белок.